Привет, друзья! Делаю я еще один котел. Значит, в предыдущих видео есть у меня там вся, ну, в общем, весь процесс изготовления котла. Вот этот котел аналогичный, но он мощнее, он больше. В общем, он по высоте больше на 250 миллиметров. И у него вставлен полноценный вот этот вот ускоритель второй. Вот этот. Он полностью большой. Вот такой он. На 530. А так все то же самое. Все, что в том котле. Ну и соответственно, здесь топка больше. Она на 250 миллиметров больше. То есть, ну, я рассчитываю, что его мощность будет где-то порядка 30 киловатт. Вот. Кому интересно, там весь процесс изготовления есть у меня в предыдущих видео. Значит, вот, ну, если кому-то надо, вот размеры. Видно на видео. Но эти размеры, они не обязательно такие точные. Тут произвольно можно плюс-минус туда-сюда. Вот, ну, я делаю вот такие. Здесь 180, потому что здесь будет труба дымовая врезаться. Вот в это место, вот сюда. Труба, и она 160 у нее наружный диаметр, поэтому вот это расстояние взято 180. Здесь еще хочу попробовать, вот в этот теплообменник, хочу попробовать врезать несколько трубок толстостенных. Не знаю, если найду их, что-то мне пока не везет, не могу найти на металках трубы 57 толстостенной, почему-то нет нигде. Но если найду что-то подобное, значит сюда 3, может быть 4 трубочки еще вварю. А так вот, полностью все изготовление я снимать не буду, только вот этот момент снимаю. Если кому-то интересно, там в моих видео на канале есть процесс изготовления полностью подобного котла. Всем пока!